Здравствуйте, уважаемые зрители! Не посчитайте это вступление к данному видео лишним. Послушайте внимательно. К этому видео мы шли почти 3 года. А 2 или 3 года я не делал видео про приборы генератора молекулярного водорода для воды, так как в этом не было смысла, и тем более принципиально новых приборов не было за эти 3 года. Теперь пришло время, и вот вам обзор нового прибора для воды персонального генератора водорода и свободных электронов UV-Pen, который пришел на смену уже старого прибора NeoPen. Честно говоря, и про прибор NeoPen не было видеообзоров, так как их производилось мало, и потому в этом не было смысла. Их всегда не хватало, и тогда мы обошлись текстовым описанием на страничке этого прибора в сравнении его с предыдущей моделью. Но то, что мы создали, теперь просто необходимо предоставить вам для просмотра и все подробно пояснить. Итак, на днях ко мне приехал мой коллега и товарищ, которого мои старые зрители помнят по старым видеообзорам приборов Hellabi, AquaPen, а до них Aquamagic. И буквально через 2 минуты вы увидите интереснейший обзор, замеры и подробный рассказ про, не побоюсь этого слова, технологический прорыв в создании генераторов молекулярного водорода, прибор, совмещающий в себе сразу несколько технических новшеств и удобств с самыми высокими, доказанными в одной из двух существующих в мире подобных лабораторий параметрами по результатам тестирований в США на газовом хроматографе уровня молекулярного водорода в воде после генерации им до 5,5 ppm. Прибор UV-Pen идет аж с 2 видами ультрафиолета в крышке прибора для дезинфекции воды и предотвращения образования бактериальных налетов. С титановой мембраной и еще титановым войлоком, покрытыми, конечно же, платиной, пузырьками 3 видов, в том числе и микропузырьками от 10 до 100 нанометров, и вы поймете, это принципиально важно. А тем, кому нельзя пить много воды, теперь можно пить хотя бы 1 стакан в день для получения терапевтической дозы водорода более 1 миллиграмма на стакан воды. Всего лишь на 1 стакан. В приборе надежное толстое стекло, крупная надежная резьба, индикатор времени и заряда, очень удобный сенсор включения и 2 мощные аккумуляторные батареи. Ну а про прочее многое сами скоро все услышите и увидите из этого видео. А также вы узнаете про хитрости и подлости производителей и рекламщиков дешевых генераторов водорода, и уже тогда вас не смогут больше обмануть нечестные и хитрые продавцы. Продавцы очень опасных для здоровья приборов, на которые некоторые любители купить на грош пятаков ведутся, польщаются. Вы узнаете, как и от чего так быстро деградируют мембраны большинства генераторов водорода и как на дешевых приборах тестами хитроумные маркетологи показывают вам высокие параметры молекулярного водорода. То есть как из Г делают как бы конфетку. За счет каких технических хитростей вы это скоро узнаете. Будьте бдительны, от этих знаний зависит ваше здоровье. Это очень все серьезно, это вам не телевизор выбирать, тут нужны знания, а не вера. Не навредите себе. Да, и скажу наперед, так как всегда об этом пишут невнимательные люди. Кто захочет приобрести прибор, о котором пойдет речь, то есть UV-Pen, ссылка на него будет под этим видео, как всегда. И мы отправляем их в любую точку России и любые страны мира. Не задавайте в чате под этим видео об этом вопрос. Смотрите внимательно, и вы все услышите. Приятного вам просмотра. Игорь Александрович, добрый день. Я рад вас в моем хозяйстве приветствовать. Кстати, вы мне первый раз, да? Добрый здесь день, да. А мы с вами 2,5 года, наверное, не записывали видео по приборам по воде, потому что просто не было смысла и оказии, поскольку вот последняя модель у нас продержалась с вами долго, но все совершенствуется, да? У нас был, напомню зрителям, NeoPen, прибор персональный генератор водорода свободных электронов. До него был AquaPen, а до него Hellabi. И вот каждое звено, каждый этап, как совершенствуется все в нашем мире, компьютеры, вот эти смартфоны, каждый год, так и совершенствуются, соответственно, приборы по воде. Скажите, есть ли, во-первых, предел совершенства, что сейчас мы хотим и почему мы с вами собрались? То есть вы приехали из другой страны специально, чтобы мы с вами записали это видео для наших зрителей, что мы сейчас готовы им показать, предложить, что они могут ожидать. Ну, в общем, давайте расскажем, а потом покажем, продемонстрируем параметры
этого нового прибора для воды. Действительно, Юрий Андреевич, все совершенствуется. И мы тогда с вами считали, когда те видео записывали, что это уже все предел технологической мысли, что еще улучшать, непонятно было. Там, я помню, начинали с простого электролиза, потом дошли до протонно-обменных мембран, титан, платина, все это, так сказать, установлено. Мы думали, ну все, это как бы финиш. А оказалось, нет. Мысль развивается, все лучше и лучше приборы, и все новые и новые потребительские качества. И вот сегодня я вот привез на презентацию новейший прибор, называется УВПМ. Вот, ПМ у нас осталось название, это протонно-электронная мембрана, а вот УВ это означает по-русски ультрафиолет. Почему? Сейчас расскажу. Вначале расскажу историю, как он создавался. Значит, идею, прямо скажу, не я придумал, да, придумали американцы, как всегда, в некоторых вопросах, касающихся фитнеса, да. Вот. Вот эта бутылка для фитнеса, которую вместо пластиковых бутылок, что совершенно правильно, да, используют молодые люди, спортсмены во время тренировок, наливают воду и пьют. Из, как правило, откручивают и вот из горлышка пьют. Да. Но я лично знаю несколько человек, которые раз в месяц меняют эти бутылки, просто выбрасывают, потому что они начинают, ну, нехорошо пахнуть внутри. Почему это происходит, это очевидно, да? Человек пьет из горлышка, там в спортзале нет возможности наливать в стаканы. В результате от слюны, от языка, от губ попадают, значит, бактерии, да, и тут микробиота развивается, ну, соответственно, это приводит к запахам неприятным, вплоть до образования плесени. Что придумали американцы? Они придумали вот такую вот крышку, которая внутри содержит ультрафиолетовый излучатель. Вот так вот нажимается. И вот, если видно на камеру, да, значит, вот такие фиолетовые, значит, концентрические окружность, да, светящаяся, она свидетельствует о том, что идет процесс обеззараживания. Ультрафиолетовая стерилизация. Ультрафиолетовая стерилизация. Значит, ультрафиолетовая стерилизация происходит только единственно при условии излучения в диапазоне УВЦ, то есть С часть ультрафиолетового спектра. Именно она самая агрессивная, самая мощная. Жесткий ультрафиолет. Жесткий ультрафиолет. Вот она убивает. Как провели исследования, 99,9% вирусов, бактерий, грибки и вплоть до плесени. Ну, плесени-то, да, часть ну, грибки, да. Угу. Вот. Ну, вот, воодушевившись такой конструкцией, кстати, бутылка не дешевая, 116 евро стоит и как бы и выше, то есть в зависимости от объема. Вот, вдохновившись и воодушевившись такой идеей, я считаю, идея прекрасная. Мы создали прибор водородной воды с такой функцией. Более того, почему пришлось и вообще это сделать правильно, что понадобилось, скажем так, потому что люди многие стали писать, вот я пользуюсь, а стал цвет, запах, прочее, но мы стали разбираться. Разумеется, некоторые люди пили так же, как привыкли в фитнес-бутылках, вот, да. Пить из горлышка, так же пили из наших приборов. Я говорю, ну слушайте, переливать надо, но люди разные. Это во-первых. Во-вторых, какие-то люди оставляют прибор на свету. Начинается обрастание там водорослей и так далее. Опять-таки попадают споры. Водоросли есть споры в атмосфере, в воздухе всегда, везде. В любом доме, в городе, в квартире, в деревне и так далее. Это гигиена. Но в любом случае, тут главная невидимая часть проблемы, а та невидимая ее часть. То есть это понятно, что надо дезинфицировать и обрабатывать мембрану, как по рекомендациям, там лимонной кислотой и так далее. Это все понятно. Но мы говорим о том, что лимонная кислота далеко не все бактерии, тем более грибки, может убить. Здесь эта дополнительная функция не то, что лишней быть не может, она просто, ну, она объективно нужна и необходима. Более того, это очень долговечные светодиоды, вот эти ультрафиолетовые, поскольку
включать их не нужно постоянно, они будут включаться там редко, кто-то это будет раз в неделю, да, кто-то там через день, допустим, да, чаще. Даже если каждый день по несколько раз, стойкость этого, долговечность прибора, его надежность значительно превышает срок службы вообще бутылки. Вот, или до следующей модификации, может, что-то другое выйдет. То есть очень долговечное. То есть можно сказать, что если каждый день, раз в день, да, обрабатывать, вот сколько цикл, например, один прогнать? Ну, 50 тысяч цикл. 50 тысяч циклов, да. На десятки не нужно столько. Ну, это... Понятно. Ну, все, с этим вопрос закрыт. Значит, что мы сейчас людям покажем? Во-первых, я смотрю, у вас несколько приборов. Я вначале это открою, мы зальем, начнем генерацию, и пока идет генерация, мы расскажем про... Единственное, я сейчас скажу, да, что нашим зрителям, что мы покажем на примере тех многих разных приборов, из которых существует там десятки на рынках, да, разных, в чем подвох. Почему они не дают те заявленные, что производители, обманывая людей, говорят параметры, и как это делается, и как это проверяется. Да. Вот об этом мы поговорим. Конечно. В том числе. Ну, давайте про наш прибор. Ну, открываем. Премиальная упаковка в этот раз на магнитной защелке. То есть, очень все надежно, жестко. Инструкция, Юрий Андреевич. Писал ее месяц, наверное, учел все вопросы за эти годы, которые накопились, в том числе, извините за выражение, дурацкие, которые возникали, но вы меня просили, чтобы я ответил на все вопросы, чтобы ни у кого вообще никаких не было сомнений и двумысленного толкования. Абсолютно. Вот инструкция. Отлично. Она отлично. Вот сам прибор. Значит, он упакован, вставлен. Специальные пазы. В комплекте еще запасная прокладка для тех, кто пользуется бутылкой не такой, а от минеральной воды. Да, она ставится. И штекер для. Не штекер, а кабель зарядного устройства. Сразу заряжаем мы от чего его можно заряжать? Какие заряжаем, заряжаем от зарядников мобильных телефонов. Значит, но чтобы было один, ну, желательно максимум 2 ампера. Угу. Вот такие вот. То есть не быстрая зарядка, но это как всегда. От ноутбука можно зарядить? От ноутбука тоже, но долго. Долго. Я расскажу про зарядку. Хорошо. Сейчас по ходу. Значит, заглушка силиконовая, снимаем раз. И особенно вот это. У нас была масса случаев с неопемом, когда люди пишут через полгода и говорят, слушайте, что-то пузырьки идут. Я говорю, а вы сняли это, а надо было. Хотя там написано, говорит, мы сняли, потом поставили. В так видео вот показывали. Снимаем, написано, да, ставим и применяем только когда едем в командировку куда-нибудь, да, чтобы вот закрыть, то чтобы мы не вытекало. Берем, кладем в коробочку, грубо, да, говоря, и все, убираем. И убираем, чтобы больше они не путались под ногами. Вот прибор. Внутри должна содержаться, ну, жидкость, немножко. Если ее нет, потому что, ну, она могла высохнуть, пока перелет, пока на складе лежал, ничего страшного. Заливается. И перед первым включением 4 часа зарядка, 4 часа держите. Лучше всего ночь продержать, ночь идеально будет. Хорошо. Скручивается. Прибор исключительно надежный, сильный. Вот резьбовые соединения. Резьбовые соединения, Юрий Андреевич, на этот раз вообще не вызывает никаких вопросов. Раза в 4 толще, чем на неопене. Да. Это сломать нельзя. Ну, и вот на крышке этот излучатель, да? Угу. То, что он не по центру, пусть вас не смущает, он сделан с большим запасом, он охватывает все пространство и так далее. Но это кнопочка. Так. Ну что, наливаем воду. Давайте. И продолжаем рассказывать. Померяем до того, как вы... Что? Ну, как будем кнопку генерации включать, параметры воды или... В принципе, да я думаю, мы все уже... В предыдущих роликах, дорогие друзья, мы все показывали, ссылку оставим подробно. Вода совершенно тех же параметров, плюс-минус. То есть параметры воды немного меняются со временем и в городах, и в селах, что называется, но примерно все те же самые. Параметры вы сейчас увидите на своих экранах. Игорь Александрович, а зачем так много воды вы залили, прям почти под горлышко? Нет, я не под горлышко. Покажите, давайте покажем это. Вода залита до начала резьбы. До начала резьбы. До начала резьбы. Так и заливать, да? Да, это потому, что в крышке стоит
клапан, да, который срабатывает при избыточном давлении для сброса давления. Это для безопасности и для того, чтобы не было перенапряжения и дальнейших протечек. А меньше воды можно? Наверное? Можно, это не проблема. Главное не больше. Главное не больше. Все, до начала резьбы это предел. Это тоже. И, почему... кстати, меньше налили, концентрация сильно не упадет. Не упадет. Хорошо. Упадет, но не сильно. Не сильно. То есть это как бы. Так, еще, Юрий Андреевич, меня некоторые горячие головы упрекнули. У вас тут подделка, да? Вы налили уже воду, обогащенную водородом, померили просто, так сказать, ТДС тогда, да? Вот. Температура, а она была водородная, поэтому такая высокая концентрация. А давайте померим. Значит, сейчас. Вот, берем из эту... Из той же бутылочки. Из той же бутылочки. Вот я наливаю. Вот я наливаю. Опа. Так. Я извиняюсь, она уже... Мерили там что-то, да? Да, там... Ну, давайте несколько раз... Но в любом случае там как бы... Не, ну давайте несколько раз слейте просто. Понятно, что в этом мерном стаканчике да уже вот, были капли. А вот, пальцы стряхните. Вот уже, Юрий. Не, еще раз вылейте, еще давайте до более точного. Еще третий раз. Пусть. Главное, это в прямом эфире, потому что некоторые люди говорят, вот вырезали там или что-то такое, там есть такое. Ну, давайте вот. Третий раз, ничего страшного, сейчас уберу и все. Так. Раз... Ну вот все, она уже все. Так, водорода скажите, нет. Что это означает? Это означает, воде? Что все водорода нет. То есть если с первой капли, каждая капля означает 1 ppm. Вот здесь вот я капнул, если она сразу, ну все, значит водорода сейчас нет. Сейчас я поясню людям, дорогие друзья, речь идет про избыточное количество молекулярного водорода в воде, который как раз генерирует вот этот персональный, в данном случае, генератор в виде стаканов водорода и свободных электронов. То есть мы не только с ОВП работаем в сторону уменьшения, ну, в сторону увеличения заряда частиц свободных электронов, когда минус идет ОВП у нас, окислительный восстановительный потенциал, а мы говорим сейчас о самом важном показателе, о количестве вот этого мощнейшего и антиоксиданта, и я не буду сейчас говорить об этом сотни статей, если не тысячи уже написано, медицинских, научных, а не говорят, как можно, знаете, самая большая претензия, некоторые вот умники говорят, как вода это H2O, какой может быть водород в воде, это глупость, мол, и так молекула H2O, речь-то идет про H с плюсом. Да. И вот молекулярный водород может быть в избыточных концентрациях. И вот в этом его уникальная лечебная суть. Вот то, что описывают и японцы, и американцы, и, так сказать, как говорится, во всем мире, где наука по воде развита. Так, ну давайте. Запускаем. Что у нас? Мы убедились, что вода у нас идеальная. Запускаем. Ну, так. В воде нету молекулярного водорода, практически ноль, поскольку первая капля показала нам синий окрас. Теперь что делаем? Как легко включается? Какой-то... Легко, легко. Первое нажатие на 3 секунды прижимаем. То есть вы к пальцам нажали и нажали, 3 секунды держите. Секунды. Он начинает работать. Предустановленный режим 5 минут. Автоматически сразу? Да. Тут один режим или нет? Как? Вот когда он заработал 5 минут, то есть пошли первые пузырьки, вторично нажимается, и он 10 минут. Тогда второй режим, да, 10 минут. Да, здесь в этом приборе, в отличие от всех предыдущих, значит, время отчета видно до конца. То есть здесь вот на дисплее 9 минут, вот сейчас 17 секунд осталось до конца. Можно лучше не надо во время генерации, потом... Пусть стоит на столе равномерно, потом покажем. Вот, и... Еще будет показывать, когда закончится генерация, сколько делений на заряде батареи. А, то есть, когда заряжать. Да, можно то, есть, очень, очень то есть очень хорошо. Это. Этого не было ни в одной. Этого не было, этого не было. Это новинка. Кстати, а он по размеру даже поменьше старых приборов. Он, этот прибор, ну, смотрите, он отличается чем? Во-первых, размеры, он поменьше. Здесь 210 миллилитров, вот прежний был 320. Почему? Это не просто так. Прибор выверен от и до, по всем показателям, начиная от дизайна, кончая техническими особенностями конструкции, про которые я расскажу. Да? Так вот, оказывается, провели исследование, опрос, да, сколько воды надо, потому что лично мне 320 миллилитров хорошо было. Очень много людей, которые не допивали.
То есть, ну, много им, женщин особенно. Не привыкли люди пить воду. Да. Ну, и они говорят, а что делать с этой? А можно потом? А как и меняется концентрация водорода? Значит, поэтому решили ставить 210 при очень высоком высокой концентрации, которую здесь мы, я надеюсь, увидим, да, значит, вот один стакан несет очень серьезную дозу. И, кстати говоря, я специально померил, да, вот взял граненый стакан стандартный, вылил, и ровно граненый стакан здесь. Ну, то есть 200 миллилитров точно есть. Соответственно, точно, да. Я сейчас поясню, что мы имеем в виду. Смотрите, дорогие друзья, 200 миллилитров воды – это то, что обычно человек может выпить, даже кто не любит пить воду. Ну, что называется, через силу, потому что воду пить надо. Но воду какую? Вода должна обладать определенными физико-химическими свойствами. Какими? Их много. Я вам ссылочку под этим видео оставлю на мое старое видео, которое навечно, потому что параметры физико-химические, они вечные, это истина, это то, что должно быть, потому что это та вода, которая измерена внутри клетки человека. Если мы будем пить воду, которая близка по параметрам физико-химическим клеточной воде, межклеточной, да, то значит мы не будем тратить свои ресурсы организма на перестройку воды, потому что человек пьет любую воду, но чтобы привести ее в те характеристики, которые необходимы для биохимических процессов наших с вами в клетке, организм ее перестраивает ценой потери огромных количества ресурса организма человека и энергии, и ферментов, и так далее, и так далее. Так вот, тем эта вода и нужна, и необходима, и полезна. Но в данном новом приборе теперь количество молекулярного водорода гораздо выше, чем в прошлом, который вот NeoPen назывался. Он очень хороший, приборы есть и будет, но для тех людей, кто не может пить много воды по какой-то причине, например, почки больные, отеки, сердце, это идеальный вариант, потому что вот этот прибор за одну генерацию, 5-минутную, стандартную, да, даст такое количество, сейчас мы посмотрим, какое, молекулярного водорода, что это равняется примерно как если бы вы выпили 5 стаканов по 300 мл прибор Хеллоби позапрошлого поколения. Или как, наверное, 2 стакана Неопена. Да. А это значит, что теперь вы не можете себя, ну, можете не насиловать, что называется, кто не хочет пить много водой, а и пить буквально 1 или 2 стакана в день. Ну, конечно, лучше 2. Если вы будете, сразу будут вопросы, а вот люди зададут вопрос. А если я вот, ну, привык и хочу много пить воды, не будет ли это перебор, такие высокие концентрации молекулярного водорода, если я буду 5-7 стаканов в день пить? Это тот случай, когда чем больше, тем лучше. Потому что водород, он не имеет, молекулярный водород, он не имеет отрицательных побочных явлений, и он выводится, он соединяется, он против свободных радикалов действует, это его главное назначение. Свободные радикалы, самые опасные, это активные формы кислорода. Да, это, как правило, да, OH минус, да? Да. Вот, как говорится, по формуле, да, водород с OH гидроксильной группы образует воду. И естественным способом удаляется от... излишние молекулы, вот я что хочу объяснить, вот молекулярный водород, который не пойдет на гашение, на реакцию нейтрализации свободных радикалов, он просто, это летучий элемент. Даже опыты проводились японцами, через полиэтиленовые мешки он удаляется. То есть это самая маленькая молекула на планете. Не только через полиэтиленовые, через стальные бутылки. Через стальные бутылки. Единственное, да, что там алюминиевый, но алюминий, мы знаем, это канцероген сильный. Это нельзя пить из алюминия. Вот, поэтому, хотя некоторые продают именно в алюминии. Ну, некоторые формы для хлеба из алюминия делают, ну, и вот, пекут, а это, ну, делать, а тем более при нагреве, вот, категорически, вот, нельзя. Так что водород летучий. В отличие, кстати говоря, от других антиоксидантов, например, витамин С, там передозировка может быть. Мы знаем эти случаи. Да, может, когда... хотя лаймус-полинг тот же, дважды лауреат Нобелевской премии, ну, да, доказывал, что даже до 40 грамм в день, когда болезни идут временно, можно потреблять. Там ошибка его была в другом, что он не видел разницу между созданной им фармкомпанией, ну, которая потом Irwin Naturals, вот эта американская, продавала его и рекламировала, между синтетическим и натуральным. А вот тут была огромная ошибка. Формула-то одна, количество атомов то же самое, но совершенно... Дело в другом. Правда, тема отдельного видео, я пояснял разницу между синтетическими и натуральными витаминами в моих соответствующих видео. Вот. А что было по результатам замера, вот
перед тем, как прибор уже был отдан на производство. Кстати, тоже можно рассказать, что несколько раз партии отзывали, когда на одной, это мы сейчас расскажем, чтобы уже идеальный продукт, абсолютный, чтобы не было с ним ни у одного человека никаких эксцессов, проблем. Вот что он дает по ОВП? Потому что люди знают, что ОВП очень важно, чтобы был минусовой. Вот у нас, например, плюс из-под крана, допустим, 150. Плюс 150 ОВП, милливольт. Что у нас получается на выходе? Юрий Андреевич, ну, ОВП – это не главный показатель, конечно, который характеризует качество этого прибора. Да? Самое главное в водородных приборах – это концентрация молекулярного водорода. Да. Значит, вот именно это является той характеристикой, которая применяется при помощи в борьбе с различными заболеваниями, улучшении самочувствия. Да? ОВП тоже, безусловно, хорошо, но даже приборы с небольшой концентрацией водорода имеют достаточно нормальное, минус 400, минус 600, да, они имеют. Здесь минус 600, минус 800, но это я вообще даже не считаю. Это как бы абсолютно вот такие недобросовестные продавцы, которые, первое, не в состоянии измерить, так сказать, концентрацию водорода. Потому что упор делают на ОВП. Они делают упор на ОВП, и у которых небольшая концентрация водорода, они упор делают на ОВП. И еще есть группа, которая просто не понимает. А вы знаете, какую хитрость они еще многие делают? Да. Они берут жесткую воду, а-а-а, и чем жестче вода, тем электрону, как мы 100 раз говорили, есть за что зацепиться, и там ОВП сразу... Попробуйте сделать в воде после обратного осмоса, чтобы был минусовой ОВП. На это способны очень мало какие приборы. Ну, вот этот прибор такой. Вот, вы в воде после обратного осмоса минусовой, конечно, получали. Конечно. Вот и все. Это самый главный показатель. Ну, того я имею в виду, показатель, что как работает прибор. Но это не главное еще раз по тому, что нужно для здоровья. Так, что у нас? Уже у нас минута, через минуту мы начнем. Ну, начнем. Начнем мерить, да. Нет, мы специально пока вот ничего не прерываем, и на съемках, специально, да, на записи скажу моему помощнику, кто монтирует, чтобы ни капли не удалял, ни секунды, пусть спокойно специалисты смотрят, что мы это делаем. И, кстати, я вот, например, то есть Игорь Александрович вот работает непосредственно там с производством. Были, кстати, но расскажите потом, какие там некоторые нюансы, почему, дайте откровенно, те какие проблемы, почему мы задержали, хотели же еще в середине лета, да, чтобы уже этот прибор люди смогли получать. Но вот получилось только, что называется, в сентябре. Из-за чего? Ну и пока вот у нас еще остались несколько секунд, скажите, вот недаром же здесь такое толстое стекло, это видно сразу? Абсолютно недаром. Это вопрос безопасности. Вопрос, чтобы при такая большая концентрация, она невозможна при нормальном давлении. Здесь создается избыточное давление, которое стекло может не выдержать и просто разорваться и поранить. Ну что, открываем? Давайте. С замиранием сердца, что получится? Ну, давайте посмотрим. Так, вы промыли изначально? Да, ну, да. Это водой несколько раз промойте тоже. Прямо вот эту мензурку несколько раз. Ну, да, что? Так же, да. Я промыл уже. Ну, еще раз прямо этой водой промойте. Ну, и вот. Давайте там... Ага, резочка есть. До красной линии. Да, ну все, тогда сейчас начнем. Давайте сейчас немножко уберем вот так вот в сторону. Пока. Ну, вот сюда вот. Не будем из кадра уводить вот так. Начнем капать. Так, считаем. Считаем. Так. Раз, два, растворяем. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Стоп, подождите, а то уж сразу. Жду, ну-ка, я жду. Ну-ка, давайте. Неужели станет про... Обалдеть. То есть мы уже имеем какую концентрацию? 2 ppm. 2 ppm. То есть 2 миллиграмма на литр. Да. А ну-ка давайте еще. Неужели? А это более чем достаточно. Это просто чудо такое. Раз, два, подожди, три, четыре, ну-ка, пять. Стоп, стоп, стоп. Это уже 2,5 миллиграмма на литр. Это уже 2,5 ppm. Значит, больше концентрации. Да. Ну это... Раз, два, три, четыре,
5. Вы думаете, больше 3? Я честно, сейчас говоря, посмотрим. 3. Обалдеть. Ну, давайте теперь по одной капле, потому что любой момент... Юрий Андреевич, на этом приборе я мерил 53. Да вы что? Да. Подождите. Раз, два, три, четыре, пять. Это у нас... 35. Вот поэтому, дорогие товарищи, можно даже одним стаканом в день для ленивых людей и для тех людей, у кого есть проблемы с почками, так сказать, какими-то проблемами, когда нельзя... 3, 4, 5. Получать высокую концентрацию, достаточно одного стакана в день. Ну, конечно, лучше 2-3, но одного даже достаточно. Так, ну вот все. Тут мы точно уже У нас неудачка. Между 35, ну, 3,5 и 4, да? Ну, под 40 где-то. Ну, 38-40. Да. Хочу вам напомнить и прошу поделиться этим моим видео с вашими знакомыми и близкими. Разместите его в соцсетях, которыми вы пользуетесь. Не поленитесь. Этим самым вы и отблагодарите меня за важную информацию, которую я вам даю, за мой труд, и сделаете хорошее дело людям, подсказав им посмотреть очень важную информацию. Это означает, что 3,8 миллиграмма на литр, 3,8 ppm, да? Да. Сейчас получилась такая концентрация. Я, кстати говоря, сразу почувствовал, что не будет такой, которую я ожидал, потому что или я налил не столько, или вода не... Ну, хлопок получился не такой. Угу. Должен больше быть. Ну, должен. Ну, во всяком случае, я на этом приборе, так сказать... Я говорю, было и 53 у меня капли, да, но... А но вода, то, потому что не, она все-таки средней жесткости, она не после... Ну, по-разному бывает, Юрий Андреевич. Вот концентрация водорода, она зависит от очень многих факторов. Температура воды. Значит... Наличие других газов. ТДС, то есть потом... насколько чистая колба, степень заряда батареи, атмосферное давление вот конкретно в этом помещении. Знаете, что я скажу, это что даже это и лучше, потому что люди увидят не лучший, идеальный. Как минимум столько, это минимум. Да. Это реально минимум, потому что мы делали замеры партии, да, которая на конвейере идет. Ну, как правило, 4,5, 4,8, 5,2, 5,3. Вот это наш диапазон. Бывает меньше, да, но это, так сказать, ну, бывают причины всякие. Вот у нас сейчас такое, как говорится, визит-эффект. Слушайте, называется. А напомните, в Неопене сколько было у нас? В Колобе был 1-1,2 от силы. Так. Вот. Аквапемы было 2,2-2,5, да? В Неопеме было 2,7. Так, здесь мы видим 3,8 как минимум, это то, что сейчас мы замерили, до 5, соответственно. Ну, да, больше, я сейчас расскажу. Ну, да. Значит, этот прибор, он уникален тем, что здесь применены новейшие технологии в производстве водорода. А именно, там раньше у нас были просто титановые пластины, покрытые платиной. Да? В этом приборе... применены пластины, мало того, что титановые пластины, да, но туда интегрированы еще такие новинки, как титановая сетка и титановый войлок, так называемый. Что это такое? Вот титановый войлок, он, это совершенно новейшая технология, которая подразумевает вот что. Берутся микронные нити титана, сплетаются нетканной тканью, накладываются слои на слои, да, вот, потом при высокой температуре спекаются, таким образом получается 3D-структура высокопористая, которая еще и способна, значит, создавать высокую плотность тока. Это позволяет сильно увеличить, значит, выделение водорода при электролизе. Это, вот эта новинка позволила достичь вот таких уникальных результатов.
То есть вот это сегодняшний, так сказать, я считаю, провал, да, на самом деле рекорд. Если бы мы с вами, так сказать, год или два назад об этом мы бы сказали, вау, не может быть. А сейчас я даже это считаю таким не очень-то результатом, но как бы... Чтобы вы понимали, меньше не будет, только больше. А скажите, а вот когда мы с вами вот год назад уже о создании прибора говорили, от момента вот нынешней записи, вы говорили, вам, у американцев появился прибор, который они позиционируют, что там чуть ли не три. Хотя это неправда, и вы проверяли, что... Это, если можно, я сейчас вот расскажу, Юрий Андреевич, чуть-чуть про другое, да? Вот. Насчет того, что год назад мы говорили, это действительно так, это характеризует то, что насколько серьезно мы подошли к этому прибору, мы больше года им занимались. Вот это лично я из своих средств оплатил полностью вот эту вот конструкцию. Вот она, тоже здесь. Ультрафиолетовый включается. Только на глаза. Не-не-не, я вот. Да. Вот. Значит, пока все нюансы мы изучили, да, консультации с физиками, подбор различных излучателей ультрафиолетовых, да, вопросы безопасности и так далее, сейчас остановлюсь на этом. И потом делали оснастку, тоже все, так сказать. Причем все это европейские разработки, это только произведено по запатентованной технологии. Уже в Китае. В Китае, да. И что хочу сказать, она выключится сама. Угу, я ее выключу. И что хочу сказать, эти приборы, мы понимаете, что этот прибор делает серийный завод, как бы, да, вот, и мы выбирали различные приборы. Сейчас я покажу, из чего мы выбирали. Для основы, потому что крышка для основы. И даже этот прибор серийный, да, если кто-то вдруг у нас есть такие любители поискать там в Китае, да, если они вдруг найдут похожие, подчеркиваю, дизайн, имейте в виду, что для нас завод делает специальные электроды. Для нас специально. То есть электроды – это вот эти вот, как с отверстиями, как друшлаки, вот эти вот видные сверху, значит, элементы. У нас 421 отверстие, в серийных 275. Да. Да, я просто зрителям хочу сказать, что всегда все в Китае такой промышленный шпионаж, что одна фирма за другую и за сотнями другими следит, агентов внедряют на заводы своих же, сотрудников там и так далее. Суть в том, что у нас были такие проблемы, и люди жаловались, что вот, продают там либо дешевле, либо продают, но не так работает, проверяем, параметры совершенно другие. А стали выяснять, и всегда выяснялось, что партии приходят в Россию, приходили левых приборов, то есть сделанные на других заводах, других линиях, которые копировали абсолютно похожие. Помните, была история вот этой Hello Be Happy там и так далее. В общем, суть в чем? Что сейчас мы так сделали, и зная все эти подлости и тонкости, предостраховались, что подделать вот этот прибор внешне можно все. Но никто, это чтобы вы знали, не сможет повторить подобный прибор нигде, даже в Китае. Вот не будем раскрывать все карты, мы только лишь один момент пояснили сейчас, но это абсолютный факт. Только на сайте nadgard.ru и на тех сайтах, которые указаны на моем сайте nadgard.ru, можно будет приобрести эти приборы. И сразу наперед скажу, и дальше пойдем, что не только в любой город России, но и любую страну мира мы можем от США, в Канаду, в Корею, в Израиль, в Японию, куда хотите отправить эти приборы, как все указано, расписано под товаром на сайте, тот видео, которое вы сейчас смотрите, под видео будет размещена ссылка, как купить этот прибор. По ссылке заходите, попадаете на страничку этого прибора, и дальше вопрос техники. Так, теперь... То есть даже если люди найдут абсолютно такой же дизайн, как, ну, это не найдут, потому что это ноу-хау, моя собственность, как бы, да, с этой функцией. Мы единственные в мире, это первый прибор, но это очень важная функция, да, вот. Не будет такой концентрации, потому что другие электроды стоят. Кстати, когда все это разрабатывалось, да, Юрий Андреевич, значит, и мы, конечно же, искали различные варианты.
И в первую очередь мы искали, сейчас много рекламы, опять же, ну, при всем уважении к китайским производителям, да, есть среди них великолепные, да, так сказать, это образцовые, а есть такие, которые, так сказать, откровенные халтурщики. Но они уже пишут, концентрация уже 3-4 это пройденный этап, да? пишут 6. Вот один из этих, а цены смешные. Ну, просто неприличные даже, даже не буду говорить. Ну да, некоторые же пишут, вот да, на Алиэкспрессе купить. Да, хотите, да, убить, да, себя, вот покупайте. Вот купили на исследование. Значит, ну что, видите, тоже, кстати говоря, это уже не пластик, а оксид алюминия. То есть, это такой, как это, айфона, эти, да, айпады и все прочее. Вот. Здесь тоже слезали оксид алюминия, да. Как бы тоже позиционирует, ну, приблизительно такой же кристаллообразный дизайн, да, пишут 6. Ну, купил, померил, прослезился. То есть там где-то было, ну, около 3, ну, так сказать, около 3, и даже 3 с небольшим было, да, ну, так сказать, врать не буду, но не 6. Но при этом, Юрий Андреевич, здесь тоже есть кнопка. И что это за кнопка? Это когда заканчивается генерация, вы и даже покрепче люди, чем вы, не открутят эту крышку. Потому что такое избыточное давление, что это кнопка сброса давления, чтобы можно было открутить крышку. Вначале я подумал, что так это вот решение, да, как бы помните историю нашу с выстреливающимися крышками и прочее, что такое избыточное давление. Потому что при нормальном давлении концентрация водорода максимально 1,6. Только при повышенном давлении, да, она может достичь вот таких величин. Но тут нюанс в чем заключается? Давление создать ума много не надо. Ум нужен для того, чтобы это давление вовремя сбросить, чтобы не повредить внутренние органы. Потому что это неизбежно приведет к чему? К деградации преждевременной мембраны, потому что мембрана имеет Дюпон 117, как известно у нас, да, она имеет толщину 173 микрона, да, вот, и такое избыточное давление, оно просто порвется временем. Это первое. Во-вторых, те прокладки, сальники, которые там внутри есть, они промнутся и будет протечки. Мы с таким тоже в предыдущих версиях сталкивались, потом исправляли. Вот. Вот суть этого прибора. Разобрали дальше, посмотрели. Второй способ, как нагнать концентрацию. Увеличить напряжение на электродах и мембране. Естественно, да. Тупо, так сказать, ток давать на убой, что называется. Померили, да, действительно. Если у нас 1,8 вольта, здесь стабильно 3,2 и выше. Это в разы меньше прослужит мембрана. Это 2 месяца, и прибор, пузырьки будут, но концентрации нет. То есть она будет падать, постепенно сойдет на нет. И при том очень быстро. Поэтому даже если вот вы заплатили малые деньги, это малые вытянутые деньги. На ветер. Ну, не, скажем, не на ветер, но где-то на пару недель вам хватит. Ну, еще есть один нюанс, о котором, к сожалению, вот эти и обманывают, и это мы говорим уже там третье поколение, четвертое приборов, что в дешевых, почему они еще такие дешевые? А дело в том, что да, вот эти ухищрения физические, такие как больше ток там и так далее, но вот эти все титановые элементы, мембраны и так далее, они либо вообще там не покрываются платиной, либо они покрывают вот таким, чтобы юридически по сертификатам у них это проходило, и никто в суд не мог подать, потому что действительно покрыто. Но вопрос, сколько покрыто, сколькими слоями, и что будет при электролизе через 10, 20, 100 тем более и далее циклов. А это все частично сойдет, и при электролизе любые, кроме платины, ионы металлов, переходят атомы металлов, переходят в воду. И, соответственно, из чего стоит электрод, человек получает эти тяжелые металлы в организм. И вот это самое опасное и недопустимо. Поэтому стоимость платины очень высока. Но почему платина используется? Не для понта, а потому что платина
единственный металл, который не выделяет атомы себя в воду при электролизе. Вот какая штука-то. Я, кстати говоря, вам скажу такую вещь, которая нам кажется невероятным, да, но это факт. Заказали исследование сравнительное различных видов приборов и разделили на группы А, Б, С там, и Д по качеству. 4 группы. Так вот, особая группа – это японские приборы. Угу. Хваленная Япония, ну, Япония, да, там да. Вообще. Так, так вот… Япония, в отличие от других приборов, использует собственные японские мембраны, и они не покрываются платиной. Вот так? Вот так. При этих заоблачных ценах, да, и при концентрации 1, максимум 1,2. Вот. Это для сведения всех, кто… Что не все японское лучше. Не все японское, как говорится, лучше. Ну и что еще? Вот на российском рынке тоже присутствует вот как бы… Вот эти два прибора, но они позиционируются как сверхвысокая концентрация водорода. Один вот тоже оксид алюминия, второй, значит, пластиковый, да, пишут там 3,4, и 5 пишут, да. Игорь Александрович, а сколько вы разных моделей, разных фирм-производителей померили, сравнили вообще? Потому что мы вот с вами года 2-3 ведем про этот разговор. Ну, это измеряется уже десятками, как бы. Ну, штук 30 точно. Ну, конечно. Так. Ну, во-первых, я сам покупаю. Во-вторых, зная меня, мне уже сами производители присылают на тестирование. И какую зависимость вы видите, закономерность, вернее, при измерениях? Несоответствие параметров, это раз. Как правило, сильно завышена в рекламе, сильно завышенная концентрация. Сильно. Если раньше просто продавцы писали вот такая концентрация, сейчас вот перепродавцы, которые в том числе вот и на российском рынке, угу, они стали умную фразу дописывать. По данным производителя, угу, концентрация такая-то. Ну да, производитель вот всегда в идеальных лабораторных условиях, вот в идеальных это параметрах производит замер, да, и к нему не прикопаешься, потому, да, что в идеальных условиях он может это повторить. Это точно. На новом приборе, подчеркиваю, да, на новом. Притом, значит, что могу сказать еще? Вот этот вот продавец, не буду опять говорить, кто такой, да. Это на букву «З», нет? Да. Так. Значит, мерил, у него вообще нет замеров, вот так, как мы с вами показали, да. Но один замер я видел, присланный китайцем, так там замер производился, значит, ну… Вот таким щупом, прибором, что ли, вот таким прибором, на работающем приборе, во время генерации. Это хитрость. Но это хитрость, конечно. То есть во время генерации, конечно, там весь водород, вот он здесь, он не испаряется, ничего. Кстати, насчет испарения водорода, еще здесь сверхвысокая концентрация, кроме того, что титановый войлок, второе, вот он позволяет генерировать нанопузырьки, так называемые, водородные. В интернете в англоязычном есть вот это, nanobubbles, если там набрать, это будет. Это размеры этих пузырьков, ну, в размерности нано. То есть там идет порядком… мощное насыщение тем самым воды. Тот от 100, от 10 до 100 нанометров диаметр пузырька. К чему это приводит? Вот пузырьки обычного размера, они идут строго вверх, вот, и там схлопывается, испаряется. А вот если нанопузырьки, они начинают хаотичное движение внутри, не поднимаясь вверх. Таким образом, и они находятся как бы в оболочке. И таким образом они сохраняются, вот этот водород не испаряется, сохраняется внутри. Со временем он, конечно, так сказать, растворяется, да, вот, и тоже испаряется. Но вот в начале, если вы сразу выпиваете, вот это получается сверхвысокая концентрация от этого. Вот, это здесь есть. От этого очень важный вопрос сразу у зрителей он будет. Как быстро надо выпивать, или некоторые говорят, а вот я, например, хочу перелить куда-нибудь в термос и пойти на тренировку. Вот все-таки, конечно, лучше выпить сразу, но все-таки какие варианты? Сколько сохраняется водород? Юрий Андреевич, мой ответ всегда такой: пожалуйста, пейте сразу. Он поэтому такой маленький, да, что
так сказать, можно его с собой да носить. С собой абсолютно. А на тренировку это откручивается, да, оставляется только нижняя часть, накручивается бутылка. Все в инструкции описано. Но все это знают по другим. Да. И можете на тренировке купить бутылку, значит, вкрутить и пить. Вот. А если по существу вашего вопроса, то независимо от того, что пишут другие продавцы, которые, так сказать, не очень соображают, да, так грубо выражаясь, они пишут, что через сутки концентрация, ничего подобного. Есть исследования, да, в течение часа концентрация уменьшается в два раза, то есть период полураспада – один час. Все. То есть, если сейчас мы с вами намерили 4, да, Юрий Андреевич? Ну, ну да, около 4, то около будет 4, 2. То будет 2. Это тоже шикарно. Но как бы... Да. А вот помните, мы с вами до записи говорили о том, что есть то, что мы хотим зрителям показать, какой-то документ, который о чем говорит? Да, мы до самого главного не дошли. А самое главное заключается в чем? Два прибора мы отправили на тестирование в Соединенные Штаты Америки. Вот именно этот УВПН отправили, приборы. УВПН? Ну, два прибора. Два, да, ну, две да, штуки. Да, да, две штуки. Значит, эта фирма называется H2 Analytics. Вот, они профессионально занимаются исследованием, измерением водорода. Кстати, они вот авторы и производители вот капель для измерения. Вот те самые вот эти капли, да, это метиленовый синий. Да, метиленовый синий катализированный платиной. Да? С платиной. Вот. И они же, там очень серьезные специалисты работают, физики, физико-химики. Да? Вот одна лаборатория там, а вторая в Японии, то есть две в мире. И они измеряют концентрацию водорода самым, что ни на есть, объективным способом, методом газовой хроматографии. То есть это несоизмеримо точнее, чем любые это капли, вообще, и тем там... более, покажите, чем вот тот прибор, о котором, кстати, вы тоже скажите, нет, японский приборчик измеряющий. Да, вот да. Вот этот прибор, да, с него начинались, мы уже рассказывали, повторимся, с него начинались измерения концентрации водорода. Кстати, он не дешевый. Он совсем не дешевый, он где-то порядка, я платил 1000 евро в свое время. Угу. Вот. Ну, с доставкой, да? Это, извините, я вас вынужден перебить. Дорогие друзья, еще раз скажу, то, чем вы хотите измерять, или вам какие-то там блогеры предлагают, выкиньте это в помойку, вы никогда не получите вообще объективные измерения. Об этом, кстати, мы говорили подробно. Если хотите, вот почему так делать нельзя, и вот там дальше два приборчика, Юрий Александрович, покажите, вот там за вазочкой, просто вот это ведерко попробуйте аккуратно достать. А нет, прям ведерко достаньте, не-не, прям ведерочка вот это. Дорогие товарищи, вот немецкие приборы, вот мы в прошлых видео с Игорем Александровичем показывали вот эти приборы, вот эти вот, американские, по-моему, да, эти приборы, не немецкие, я все время путаю. Я тоже знаю. По-моему, американские, вот эти два прибора, мы два, даже их, они очень дорогие, с электродами отдельными, выносными, которые калибровать надо постоянно, они вот в калибровочной жидкости стоят. Так вот, мы там показывали все на прошлых моделях. Мы двумя параллельно замеряли, чтобы показывать, то, а не теми дешевками, моноблоками, похожие вот на карандаш. Да. Если этот еще дорогой, качественный, не, а японский прибор, вот этот японский, произведен в Японии, вот это, в Японии. Так вот, он показывает как бы количество молекулярного водорода, но не все так просто. Расскажите, в чем его суть? Не все так просто. Вот эта же лаборатория, да, исследователи водорода, ну, есть такие мировые специалисты, которые вот в водородном мире, вот я сейчас говорю, Рэнди Шарп такой есть, американец, ученый, да, вот, они, Тейлор Ле Барон, еще один такой основоположник этого всего, они изучили этот прибор, как он работает, он меряет ОВП и по алгоритму пересчитывают в концентрацию водорода. Но дело в том, что это алгоритм рассчитан на идеальной воде при определенных идеальных условиях и так далее. И он совершенно не годится на любую воду, в том числе и на эту. Поэтому его показания приблизительны, но недостоверны совсем. А в некоторых случаях, когда параметры принципиально иные, он может показывать сильно другие показатели. Например, когда измеряет в ионизаторе воды, да, он покажет, ну, в электролизер он показывает наличие водорода, хотя его там бывает, что нет, не во всех, есть, но не во всех далеко. А потом водородный мир за стандарт принял эти капли,
которым мы сейчас мерили. Кстати, очень дорогой один. Они очень дорогие. 35 евро плюс пересылка. А потом, значит, сейчас, вот, но это недоступен для всех, вот научный газовый хроматограф. То есть это научный прибор, очень серьезный, там своя методика. Юрий Андреевич вот покажет этот самый наш тест-репорт, то есть отчет о тестировании. А вы на своих экранах сейчас будете видеть параллельно. Вы увидите, насколько все серьезно описано, как проводился эксперимент, в каких условиях подробнейшим образом расписано, графики, там гистограммы, там все указано, и резюме. Так вот, резюме нашего прибора – мировой рекорд. Я сам не поверил. А мировой рекорд 5,77 ppm. Вот так. То есть он учитывает весь водород, который это даже не учитывает. Да? Вот такой фантастический рекорд. А если померить методом таким, как у конкурентов меряют, да, там, у них не сразу переливают, это не сразу переливается, да, а после взбалтывания. 30 секунд взбалтывания, ну, как коктейль, для более полного, так сказать, растворения водорода. Тогда получилось у нас 6,61. То есть, ну, это зафиксировано? Это зафиксировано, это официально, это можно везде показывать. Это, конечно, мы померили для, ну, как бы для сравнения с теми, как мы раньше мерили, хотя опять у нас сегодня как бы меньше, чем мы ожидали обычно, но это не важно. Главное, у нас есть объективный показатель, он фантастический, он соответствует действительности. Что это означает, Юрий Андреевич? Это прорыв гигантский. Почему? Там прямо в этом тест-репорте внизу написано, что один стакан, сколько дает водорода, он дает дозу 1,12 миллиграмма водорода. На один вот этот стаканчик. На один. То есть вы выпиваете, и вы получаете сразу терапевтическую дозу. Она от 1 до 3. Есть сведения 0,5-0,7, но я так, это под старые приборы написано. Сейчас 1-3 считается минимальная такая доза терапевтическая. То есть, если вы выпиваете один стакан, вы уже получили эту дозу. Да? Если бы вы пили приборы, как бы, ну, вот эти, да, или Hello Bee, это на 5 стаканов. Но что хочу сказать, это критически важная функция для людей с почечными проблемами, сердечной недостаточностью, да, для пожилых людей, которым просто нельзя много пить жидкости. Сердечником делать. Да, да, да. Поэтому для них 1-2 стакана, ну, 3, да, это уже вообще супер будет. А это вполне, так сказать, цифра достижимая. Угу. Вот. Давайте мы сразу тут акцент сделаем еще такой, пусть это немножко о другом, но о том же. Значит, для людей, кому действительно лишней капли нельзя, конечно, идеальный вариант – это дышать чистым водородом. Только не той ерундой, когда в прибор вкручивают крышечку, идет силиконовый или там даже ПВХ, какой силиконовый, шланг, и вот это типа масочка такая. Это вот, слушайте, вот можете пару слов? Ведь они же говорят, а у нас еще это в комплекте, ну, мол, некоторые. Скажите, что это такое вообще? Ну, да. Можно, конечно, сейчас целую формулу расписывать и так далее, но я думаю, что у нас уже нет времени. Просто я объясню, чтобы люди сразу понимали. Вот такой прибор, сколько он вырабатывает водорода, это же видно. Да, он соберет первую дозу, вы вдохнете, сделаете один вдох, и все. И на этом водород у вас для следующего вдоха вам опять надо ждать вот эту концентрацию. Это не для дыхания. А для дыхания это который проточный, который делает 300 минимум, а то и 600, сейчас появились даже 1000 этих самых миллилитров в минуту. То есть вот это уже доза, которая нужна. И вот тогда минимум 300, да, для терапевтического, это минимум 300 миллилитров в минуту. Такой прибор даже близко столько, да вообще на порядке меньше делает. Ну, конечно. Поэтому нечего говорить. Такие приборы хороши, конечно, они идеальны. Дорогие, но они очень-очень дорогие. Но это для тех людей, кто может себе позволить, кто понимает зачем, особенно у кого проблемы действительно вот с водой, вопрос решить нельзя, к тому же есть такие состояния и болезни, поэтому... Ну, я могу про себя рассказать, если есть время, буквально. Ну, давайте кратко расскажем. У меня дома стоит такой прибор, да, и мне
ставили зубной имплант, извините за такие подробности, да, поскольку у меня, я тогда пил кроверазжижающие лекарства, там, мне надо было пить, да, ну, я опасался сильного кровотечения, потому что кровь была жидкая настолько, что бреешься, порежешься и потом течёт, замучаешься останавливать. Я очень боялся этого, потому что это много крови при этой операции. Так вот, я посмотрел видео, которое есть в интернете, как в японских стоматологических клиниках делают манипуляции хирургические с кровью, и там большая кровопотеря, и люди, прямо стоит водородный прибор, конюли в носу, и люди дышат водородом для того, чтобы быстрее подавить этот оксидативный стресс и чтобы раны быстрее зарастали. Я памятую об этом. Я пришел от врача, после того, как это сделали, лег и целый день я дышал водородом. Вот дышу час, ну, полчасика перерыв. Час, полчасика перерыв. Я пришел к врачу, у меня зажило за 3 дня все. Тогда, когда у простых смертных такие вот раны заживают, ну, неделя, это если повезет, а то 10-14 дней. Вот что такое дыхательный молекулярный водород, Юрий Андреевич. Безусловно, это только одну часть вот аспекта применения, вы так сказали, а на самом деле там и более, ну, конечно, серьезных, я, конечно, проблемах. Значит, я просто единственное, что хочу сказать, то есть мы оставим, конечно, ссылку, пусть люди посмотрят, и кто захочет, есть такие дыхательные, вот именно эти, о которых вы говорите, которые, да, лично вы применяли себе. Кстати, да, есть модель, сейчас действительно не 300, а 600, да? Да, есть такая. Есть, да, то есть кто захочет, кому, ну, во-первых, меньше экспозиция, то есть меньше можно дышать по времени, там и плюс при тяжелых проблемах, когда нужно срочно решить вопрос за единицу времени быстрее, то вот 600, конечно, лучше. Но там будет расписано все, затем, конечно, там, и там напишут. Что еще мы можем сказать? Самое главное не рассказать. О, да, 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 ну-ну-ну. Значит, ну, как включается, вы поняли, да? Вот. Смотрите, она тоже непростая, эта штука, там много было нюансов. Здесь стоит кварцевое стекло, потому что только кварцевое пропускает ультрафиолет. Это во-первых. Во-вторых, жесткий ультрафиолет, он невидим глазом. И поэтому очень опасен. Ну и мы для того, чтобы, так сказать, для целей безопасности, для имитации, что есть ультрафиолет, чтобы люди не думали, что мы, так сказать, их обманываем, мы для имитации, для безопасности сюда интегрировали еще УВА излучатель. То есть вот то, что вы видите, вот то, что Юрий Андреевич показывал, это ультрафиолетовое излучение А части спектра, а вот С часть спектра, которая важна, она невидимая. Их просто синхронизировали, чтобы было видно, что коль работает одна, работает, да, другая. Да, именно так, чтобы люди не думали, что мы их обманываем. И в глаза себе не светите. Да. То есть здесь 265-280 микрометров длина волны УВЦ, диапазона, да, та самая, которая убивает эти. А та УВА, там 380, там длиннее длина волны. Вот. Вот такой прибор. То есть, но я хочу сказать, что вот наличие такой очистительной, дезинфицирующей вещи, да, она не освобождает от необходимости чистить прибор уксусом или лимонной кислотой. Ну, конечно, мембраны же, они, так ухаживают, да, за ними. Они очищают электроды от закальцинирования прежде всего, да, и другой неорганики. А органика, вот она. То есть, вот вместе с этим вы получили прибор, который полностью может быть обеззаражен и от органики, и от неорганики вашими руками. Ага, получается, тут две аккумуляторные батареи. Две аккумуляторные батареи. Притом здесь мощнейшая. Да. Она 2,2. Слушайте, на сколько циклов хватит вот пятиминутных? Пятиминутных, ну, на 20 точно. На 20 циклов хватит. Как минимум. И на 10, но 8, на 10-минутных 8. Я лично на своем приборе 11-12 циклов вот делаю. Это очень хорошо. Конечно. Скажите, так, этот заряжается порядка 4 часов, этот заряжается
этот заряжается 2 часа, но он очень редко надо его заряжать. Сколько циклов хватит? Вот, и сколько минут идет цикл? Вы знаете, я один раз зарядил, мне до сих пор не потребовал зарядку. Ну, то есть десятки раз. Десятки раз. А вот вы нажали кнопочку, загорелись, соответственно, ультрафиолетовые диоды. И сколько он работает, когда... Вот один раз нажали, так. Одна минута. Так. Если так, я хочу выключить принудительно. Ну, это да, это надо долго держать. А, если вы нажали раз, два, то он здесь моргающий, видите? Да, моргает. 3 минуты. Так, 3 минуты. Вот, 3 минуты. И раз в день, ну, вполне достаточно. Вполне достаточно, конечно. Да, да, раз в день за глаза. Но это надо обеззараживать. Люди некоторые хотят и воду обеззараживать, но я надеюсь, что все люди без органики воду пьют. Да, кстати, воду заливать? Лучше всего после обратного осмоса, да? Просто система обратного осмоса. Как минимум, это будет очень хорошо. Очень хорошо. И скажите, вот если поставить, или у человека уже система обратного осмоса стоит, то... заряд пойдет, и водород будет генерироваться, да. И вот будут примерно те же показатели, никаких проблем, просто объясню. Нет. Вот в этих дешевых приборах, на самом деле, если в осмотической воде делать, практически ничего там не будет. Значит, здесь вот есть этот аспект долгопарящих вот этих микропузырьков. Водорода и насыщение идет здесь избыточное, поэтому оно такое хорошее. Что касается, значит, срока службы аккумуляторов примерно, и меняются ли они? Меняются. Точно. Абсолютно. Вот. Очень важный момент. Вот этот меняется без проблем. Ну, так же, как и в НеоПМ. Снимается вот эта вот самоклеящаяся прокладка. 4 шурупчика открыли, поменяли, все, закрутили. Этот сложнее, но тоже меняется. У меня есть ролик, как менять, да? Угу. Дойдет до этого, опубликую. Ну, это, да, в любом случае. Но это дело нескольких лет, я вас уверяю. Тут даже. Абсолютно. Это уже другие емкости, это новые хорошие аккумуляторы. То есть, вообще, принципиально. То есть, Юрий Андреевич, на самом деле приборы. Приборы должны соответствовать, высококачественные приборы, вот таким параметрам. Первое – производительность, второе – надежность, третье – долговечность, четвертое – эргономичность или удобство пользования, и пятое – дизайн. Некоторые с дизайна начинают. Этот прибор, как бы, он по всем этим показателям имеет высшие оценки. Дизайн, я считаю, премиальный, как кристалл. Из оксида алюминия сделан, эргономичность, вот эти вот нажатия, без этих самых, видите, без всяких проблем. Да, пожалуйста. Ага. Без всяких проблем. Да, вот мы видим обратный отчет. Обратный отчет. Показатели заряда батареи, сигнализация световая, сигнализация. Звуковая идеально выверенная, там мы, так сказать, несколько раз тестировали уровень звука, тональность и подобрали идеально, и световые сигналы, цвета все подобрали идеально. И еще очень важный момент, чтобы люди об этом не спрашивали, здесь так и должно быть. Тут 3 вида пузырьков идут, мелкие, крупные. И те, которые невидимы глазом. Вот 3 вида пузырьков. Да. Насчет надежности я хочу сказать, что эти приборы, в отличие от вот этих вот, да, они изготавливаются на заводе, который применяет 100% проверку герметичности. То есть у них есть свой ноу-хау, я его знаю, видел лично, как все это делается, да, но не буду здесь по просьбе завода раскрывать. В всяком случае, создается избыточное давление по определенному алгоритму, очень серьезное, да, которое, так сказать, смотрит, как оно, есть ли утечки, где и как, и она гарантирует, что проверенный таким образом прибор в процессе эксплуатации не будет протекать. Это очень важно. Далее. Ток выверен настолько, я уже сказал, что он, во-первых, дает такую колоссальную концентрацию, а во-вторых, он не ведет к деградации мембраны. Почему? Потому что это проверено вот это тестированием, так сказать, долговременным. Поверьте мне, я когда начал 1,5 года назад получать
первые тесты прибора, они были, так сказать, ну, базовая бутылка даже они продавали там, и она была успешна, все мы забраковали. Слушайте, а вот последний раз почему? Вот буквально должны же были в середине лета получить первую партию, но так и не получилось. Что отдали, всю партию забраковали. Из-за чего? Юрий Андреевич, не поверите. Беда пришла там, где мы ее не ждали. Так. Значит, прибор получился идеальным, да, он, собственно, такой, как есть, но упаковка пришла некачественная. То есть вставка внутренняя была сделана из плохого материала, который, так сказать, издавал неприятный запах. Он уходил со времени. Но мы посчитали, что абсолютно. Мы на компромиссы идти не можем. Да? Нет, потому что уже были случаи с первыми приборами, нас подводили то один завод, то другой, то десятый, то приходилось, то просто зрители это не знают, но мы и партии меняли, и даже брали первые продажи были там. Мы, несмотря на то, что мы, так сказать, задерживаем по времени, мы несколько сотен вернули на завод. Заводу надо отдать должное, так сказать, они за свой счет все сделали, как бы, ну и сейчас все в порядке. Такой еще вопрос сразу будет наверняка, что от пытливого ума людей, кто помнит и помнит все наши прошлые видео и приборы, вот NeoPen производился в Европе, не в Китае, даже не в Корее. Почему решили вернуться на завод все-таки в Китай? Вот смотрите, есть так называемая кооперация. Когда получают с различных источников, ну, сейчас практически все звонят, а раньше я работал на заводе радиотехника, где работало 14 тысяч человек, и у нас был полностью замкнутый цикл. Сейчас же такого нет нигде. Один завод делает металл, второй завод льет пластмассу, третий завод делает печатные платы, а четвертый завод все это вместе собирает. Вот мы пошли по пути, когда делали NeoPen, вот по пути такое... расширенной кооперации, да, электронику, конструкцию, софт мы сделали в Европе и сборку, а остальные детали мы получали китайские. Суть получилась такая, когда китайский завод увидел, насколько мы улучшили AquaPen, который они выпускали, ну, которые мы значительно улучшили параметры, вы помните, можно стало заряжать, генерировать во время зарядки, да, там сенсор стал работать идеально. Там, это в NeoPen уже. В NeoPen, да. Вот. Значит, они, грубо говоря, стали нам совать палки в колеса, которые вылились в то, что, ну, мы приняли решение, что невозможно работать, да, и поэтому мы приняли решение скооперироваться с другим заводом после очень серьезной череды проверок, да, чтобы они полностью делали, отвечали за это. Мы, значит, разработали, оплатили. И оснастка, это наша собственность, значит, вот этого ноу-хау ультрафиолетового, первого в мире, да, и мы как бы совместно, вот, душа в душу это производим. Завод высокотехнологичный, тут вообще вопросов нет, и никаких сомнений в качестве быть не должно. Мы подстраховались по поводу там патентов и прочих вещей, защищающих эти приборы от подделки, ну, конечно, разумеется, в случае... приобретение их, естественно, у правообладателей и продавцов, то есть у нас. Так, что еще мы можем сказать, если что-то есть в завершении, наверное. Конечно, я вот сразу скажу, что если какие-то вопросы, которые вдруг мы не осветили, и вы не найдете, перейдя по ссылке, потому что там будут в описании, во-первых, там будет обязательно ссылка на вот это американское исследование, и если какие-то на другие исследования вообще о водороде, если вы не в теме, у нас ведь собрано большое количество документов на эту тему, но если будут какие-то вопросы, вы напишите под видео, и, конечно, на эти вопросы, когда соберется определенное количество, то мы сделаем видео еще, в котором объясним все это, ответим. А до этого будут письменные ответы на вопросы зрителей, это да. И я вам еще, Юрий Андреевич, пришлю фотокарточки реальных прокладок, которые подвержены вот тому, что там плесень стала на них образовываться, различные налеты и так далее. Я вам пришлю, чтобы вы тоже зрителям показали, вот, к чему приводит. Я очень надеюсь искренне на то, что вот с помощью вот этой кнопочки, да,
мы много проблем сможем избежать. Очень много решим, если люди этим будут пользоваться. Это действительно, да. А, кстати, а теперь вот заряжать можно, когда генерация идет, или все-таки? Конечно, да. Можно. Конечно. Так, отлично. Этот вопрос ясен. То есть человек может просто к проводам, подключив к ноутбуку, скажем, залить воды и генерировать. Да. Так, это понятно. Мы когда почистили прибор, ну, помыли или там просто... Или... Ну, опять же, Юрий Андреевич, смотря какой ноутбук, да, так сказать, ну, в основном, да, но если будет исключение, то это как бы... А что вы имеете в виду? Ну, там ноутбук же тоже, так сказать, имеет разное напряжение. Еще раз давайте скажем, какое должно быть напряжение? Нет, ну, про ноутбук я не могу сказать параметры электрические. Нет, для него какое нужно? А вообще зарядное устройство нужно применять в идеале 1-амперное, да? Ну, я лично применяю 2-амперное, это нормально тоже. В комплекте зарядки нет? В комплекте нет. Только провод, кстати, очень высококачественный. Которые при сгибании-разгибании не трескаются. Получше, чем были, да. Да, тоже хорошо. Так, значит, зарядки стандартные для телефонов, для смартфонов подойдут? Конечно. Подойдут? Именно они. От автомобиля, которые вот эти переходы? Да, тоже, конечно. Для зарядки смартфонов подойдут? Да. От современных ноутбуков, там, всяких разных, тоже подойдет, кроме каких-то старых, может, моделей? Просто смотрите на этот диапазон заряда, которые рекомендуются. В инструкции все есть, по уходу за прибором все подробно в инструкции сказано. Продублирована инструкция на нашем сайте nadgard.ru. Под этим прибором по ссылке переходите на страничку, и там в описании в том числе будет электронная версия инструкции. Так, что мы еще не забыли бы вот сказать из самого важного, из основных вопросов? Сколько их разных вопросов? Я могу говорить до утра, Юрий Андреевич, если разрешите. Пока не будем, наверное, пока достаточно. Мы с вами, конечно, вот не замерили, не показали те приборы, чтобы люди увидели, но... Ну, это долгая история, но мы... Если захотят, мы можем, вы это сделаете, а мы смонтируем и покажем по этим моделям. Хорошо. Если будет это интересно, то есть это настолько очевидно, что, ну, вот мы, например... Юрий Ильич, я... уточнение. Замерить мы можем, да? Я еще раз повторяю. Замер разовый, это новый прибор, да? Он будет, так сказать, неплохой. Угу. Там до 3 может, так сказать, даже может превысить. Но... За счет чего? За счет того, что вот избыточное давление, которое неизбежно приведет к разрушению, к протечке, да? И за счет того, что повышенное напряжение. И мембрана разрушается в разы, в десятки раз. Конечно, быстрее, чем она прослужит. Конечно. Кстати говоря, уже в отзывах, да, на этот прибор об этом люди пишут. Да. И еще вопрос, что за мембрана. Еще раз, дорогие товарищи, давайте я вам скажу в завершении самое главное. Здоровье дороже всего. В данном случае это не сравнение стиральной машины одной и другой, которая больше прослужит, больше оборотов и так далее. Дело вообще не в этом. Самое опасное, когда ионы металлов поступают, а при электролизе они воду выделяются, любые. И единственный металл, который не позволяет не выделяет атом из себя воду, это платина. Только платина. Это дорогой металл. И если напылить один раз или два, это уже разница в приборе будет процентов на 20-30. А надо 3-4 слоя платины напылить, чтобы эти электроды, эти мембраны служили долго. А в этом приборе, во всех наших прошлых моделях, начиная от Хеллоби до Аква и Неопенов, они именно так были сделаны. И этим обусловлено в первую очередь цена, так сказать, более высокая, нежели всяких дешевок, а людям, большинству, понятно, разве что названия одинаковые, они, вот я поражаюсь, на Алиэкспресс, я понимаю, какую-нибудь заглушку для чего-то купить, для сантехники, еще чего-то, это все понятно, но когда речь идет про здоровье, как эти нюансы люди не понимают, я в десятках своих видео это объяснял, бьемся над этим, объясняем. Ну ладно, в общем, разумный человек услышит, как говорится, мы предупредили, дальше выбор любого человека за ним, безусловно. Ну, на этом, наверное, на сегодня все. Да? Как говорится, будут вопросы, обращайтесь. Да, и главное теперь, что будет количество, а то ведь как раньше было, приходит прибор, несколько дней, он партии небольшие, не было больших мощностей, к сожалению, мы не могли рассчитывать на заводы, которые в Китае, в Корее находились, а в Европе малое производство, а теперь... производственные мощности, безусловно, больше. Теперь их будет по количеству больше. Каждый прибор проходит аттестацию с завода с ленты.
И, соответственно, теперь, во-первых, сами технологии не допускают вот эти проблемы, которые были во всех предыдущих поколениях. А теперь это, в общем-то, исключено. И прокладки очень хорошие. Ну и сама технология сброса давления. То есть, опять-таки, со временем это не должно. Мы это, конечно, можем только сказать теоретически. Со временем, по конструктиву судя, это не должно уменьшаться герметичность. Правильно? Да. Конструктивно это невозможно. Нет. Ну, вот это вот важно. И стекло не разбить. Ну, естественно, если только не кидать об пол. А так вот упадет, по-моему, не разобьется просто. Ну, и резьбу не поломать. Это очень важно, потому что люди многие с резьбой по неопренам, ну вот так нас китайцы, скажем, подвели. Ой, эти, да, ну комплектующие, которые поставляли, почему мы... Кстати, вот про давление. Вот смотрите, вот этот прибор, да, который, так сказать, присутствует на российском рынке, крышка, да, смотрите. Ну, она весит, во-первых, там грамм 5. Ну, элементарно, тут нет никаких устройств, которые сбрасывают давление по-умному. Ну, да, есть вот эта вот маленькая силиконовая, будем надеяться, прокладочка. Она ни о чем, как говорится. При высоких давлениях она выйдет из строя через несколько циклов. То есть, я думаю, что все уже поняли, да, кто пользовался приборами предыдущими. Тут даже качественные приборы. И Хеллабе, вы помните, там пружина вылетала там... Там пружина была, они поставили пружину, и такая мягкая прокладка была. На тот момент думали, что это лучший вариант. Да, вот. И она не выдерживала, по неопему тоже не выдерживала, да, летели эти крепления, к сожалению. То есть, решить вопрос по избыточному давлению – это, ну, один из главнейших вопросов. Вместе с токами, да, вот эти два вопроса. Давление безопасное обеспечить и токи, и тогда будет прибор идеальный. Ну вот здесь, на мой взгляд, это удалось. Да, плюс ультрафиолет двух видов. Ультрафиолет это да. Двух, да, и плюс к тому экран, то есть обратный отсчет времени, что видно, зарядка, нас когда пора заряжать, он подскажет, с прибор нужно батарею, батарея более мощная, контакты очень хорошие. В общем-то, ну, я не... Вот все, что было, когда-либо писали люди из тысяч купивших приборы, вот учтено, наверное, все. Потому что реально откладывалось. Вот полгода потеряли только на то, чтобы учитывать. Потому что приходят новые проблемы, мы даже о них думать не могли. Ну, что люди пишут. И вот для удобства и для, с точки зрения по времени технологическим изменениям, ну, вернее, с прибором, что меняется спустя там год-два, а это вот пришлось замедлить, ну, производство отсрочить, отодвинуть, зато устранить. И вот теперь уже вот три раза последних на самом деле меняли, с мая хотели, сначала в мае хотели, потом в начале лет, в середине, вот к концу, и только вот в сентябре партия, соответственно, уже вот приходит. Это опыт, ну, это образец один из первых опытных, а сейчас уже выходит непосредственно партия. Так что в момент выхода этого видео, дорогие товарищи, вы уже сможете заказать сразу, перейдя прямо по ссылке под этим видео, ну, соответственно, этот прибор. Заходите, смотрите и приобретайте. Еще раз напомню, что отправляем мы и наши приборы, и любые другие товары, продукты, что угодно, в любые города России, любые страны мира. Как? Подробно, особенно для тех людей, кто проживает не в России, а в других странах, сейчас вы две минуты последних услышите как раз эти нюансы. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru, посмотрите хотя бы два раздела – отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары – вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе «Доставка и оплата». Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке с молотой на каменных жерновах. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. И последнее. Под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую
рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует YouTube. Мало ли что с YouTube будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Итак, пока я еще в гостях у Юрия Андреевича не уехал, давайте проведем второй дубль измерения уровня водорода в нашем новом приборе УВПМ. Я уже воду приготовил из обратного осмоса. Наливаем до начала резьбы. Так, закрываем плотно и включаем на 10 минут. 5 минут включилось, теперь 10-минутный режим. Ну вот, через 10 минут прозвучит звуковой сигнал, и я вернусь для того, чтобы каплями метиленовой синей катализованной платиной, значит, померить концентрацию водорода, как вы уже видели в предыдущем видео. И пока я вас покидаю, да, значит, видео не прерывается, чтобы ни у кого не было сомнений, что какие-то там, сказать, компиляции и так далее. Все в прямом эфире, что называется, да, и по-честному. Так что вот кто хочет, может смотреть все 10 минут, а кто не хочет, может просто перемотать и посмотреть процесс измерения. Ну вот все, я вас временно покину. Ну вот, прозвучал сигнал, закончился цикл генерации 10 минут. Сейчас мы померяем уровень водорода, что у нас получилось в этот раз. Так, перелив. Ну вот, сейчас нормально. Начинаем считать. Опа, авария. Ничего. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ну вот, посмотрим. Ну, 30 мы прошли. Как бы без проблем. 31, 32, 33, 34, 35. Тридцать пять тоже хорошо. 36, 37, 38, 39, 40. Ну вот, в этот раз 40 уверенно прошли. 41, 42. 43, 44, 45.
46-47. Ну тут уже, наверное, все. Ну, начал уже синеть, голубеть. То есть, уверенно, 47 капель мы накапали. Ну, как бы, что сказать. Лучше, чем было, но далеко от идеала, которого я достигал. В принципе, на этих приборах, на юрмальской воде, подчеркиваю, вода везде разная. Юрмальская у меня вода, притом не обратный осмос, а нулевая вода. То есть, ТДС равно нулю. Значит, у меня замеры такие, 45-53, это стабильно. То есть прибор сверхвысокую концентрацию имеет, в этом мы убедились еще раз. Так что 47 это прекрасный результат, ну равных к такому прибору нет. Все на этом, спасибо за внимание.